Увлеченные морем и водными видами спорта, в далеком 63-м году группа энтузиастов организовала водную секцию. Различные экспедиции по водоемам области и страны, неизученность морского пространства привлекла большое количество желающих. Сейчас это уже клуб с 50-летней историей. Любители водных видов спорта отметили свой юбилей. За это время клуб освоил практически все моря бывшего Советского Союза – Дальний Восток, Балтийское, Черное и Белое. И, конечно, все водоемы Архангельской области. За полвека водных путешествий количество экспедиций не сосчитать. Немало поднято со дна исторических предметов, ныне экспонатов региональных музеев. И, конечно, основа клуба «Пингвин» – мощная спортивная база. Скоростное плавание властных и подводное ориентирование. Многие мастера спорта по этим видам плавания входили в сборную Советского Союза и выступали на чемпионатах мира и Европы. После перестройки деятельность клуба затихла на много лет, а в 2006 году энтузиасты создали на его базе региональную общественную организацию. Мы выступаем, вот, начиная с 2006 года, во многих соревнованиях. Обычно это кубки и чемпионаты России. Мы посчитали, за это время завоевано около 250 медалей различного достоинства на этих соревнованиях. У нас есть свои чемпионы России. В эстафетах мы не раз тоже побеждали. То есть клуб сейчас уверенно занимает середину турнирной таблицы. Сейчас спортсмены клуба успешно осваивают доску под парусом. Это кайтинг и серфинг. Ну и, конечно, дайвинг. То, с чего начинал клуб. Несколько раз в году пингвины выходят на катере к летнему берегу Белого моря, а подводные охотники погружаются там ради добычи рыб. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату России уже следующего года, который пройдет в Подмосковье.